Ситуация с коронавирусом улучшается, но не во всех районах. За прошедшие сутки выявлено 569 новых случаев. Высокие показатели заболеваемости остаются в Бишкеке – около 200 случаев. Из них лабораторно подтвержденных случаев зарегистрировано 155, из которых в городе Бишкек зарегистрировано 4 случая, в Чуйской области 10, в городе Ош 58, в Нарынской области 1, в Иссык-Кульской области 1, в Таласской области 7, в Джалабадской области 22, в Баткенской области 29 и в Ошской области 23 случая. Из больниц за уходящие сутки выписались порядка 800 пациентов. Тем временем отмечается, что за последние дни много стационаров временно закрываются из-за отсутствия пациентов. Это в основном в новостройках Бишкека. Количество выздоровевших от коронавируса кыргызстанцев за сутки составило 767 человек. Бишкек – 184, Ош – 65, Таласская область – 77, Нарынская – 9, Джалабадская – 98, Чуйская – 104, Ошская область – 102, Иссык-Кульская – 80 и Баткенская – 48. Всего в Кыргызстане с начала эпидемии выздоровели 29 510 пациентов. К сожалению, у медиков, кто стоит на передовой и первым принимает удары, также выявляют вирус за сутки 20. Из них в городе Бишкек 2, в городе Ош 4, в Ошской области 5, в Баткенской области 2, в Джалабадской области 7. Общее количество медицинских работников с диагнозом COVID-19 на сегодня составляет 2874 случая. На сегодня проводятся дистанционные и выездные курсы обучения для медработников по вопросам профилактики, диагностики, лечению, мер безопасности и инфекционному контролю COVID-19. За период с февраля по настоящее время по республике охват обучением составил 18 437 специалистов. В том числе на дистанционных курсах прошли обучение 10 931 медработника. И с выездом на места по вопросам инфекционного контроля и правильного использования средств индивидуальной защиты обучено 7506 медработников, в том числе это 3038 врача, 3759 специалистов сестринского дела, 70 ординаторов и 639 человек младшего и прочего персонала. Также по экспресс-тестированию на COVID-19, ПЦР-исследованию, при аналитике обучено 430 специалистов лабораторных подразделений Организации здравоохранения и других министерств и ведомств. А вот по заключению комиссии Минздрава главврач Бишкекской клинической больницы номер 1 отстранен с занимаемой должности после многочисленных жалоб со стороны волонтеров и самих врачей. Временно исполняющим обязанности назначен заместитель уволенного руководителя по организационной работе и инфекционному контролю.